Это, кстати, неплохой вообще пулик. Прицеливается мега долго. Вот откуда он мог знать, что я здесь? Убил чела, пошел лутать. В итоге слился. Рандомно. Блин, я ж вал хотел. Ёб твою налево. Я ж с валом хотел побегать. Смотреть, кто здесь. Позишка. Ни хрена, пачку денег задымал. Разные просто люди есть. Но все классные. UAV entering the AO. Сколько же чел везучий? Вчера читак один. Ой, читак. Ну да, стример, короче, один крутой. Я за ним наблюдал. Короче, капец, как долго. Он, короче, лучше река играл. И вчера так обидно, короче, с читами спалился. Причем так, вот здесь же он и спалился. Стреляет такой по одному, потом резко херась на другого, короче, а его даже видно не было. А что за приколы? Волны. Капец, он невидимый был. Башка была. Enemy
Вот этот чел меня сейчас мог убивать. Изи. Кстати, можно нормально 20 плюс сделать. Вот эти катки и топки занять, да? И будет у нас уже две каточки на YouTube. А, вообще издалека, капец. На. Один тут на первом. А второй вон светит. Я еще и попал по нему. Как тряпка. Найс. Нифига на деньги байтил. Просто на бабки байтил. Вы видели, нет? Что он сделал? Бля, все сделал. Он, короче, скинул деньги, и тупо, короче, они тут лежала целая сумка кипа. Да, я тебя ору просто с таких. Хрень позишка. Кто-то бежит? Так, один в доме, один справа, все, все про всех знаю. Один здесь, один там. Не дал убить. Ну и все получается, что? Раз, два, три. Ошибку совершил. Раз, два, три. А ну... Ну он труп, у него вообще капец, зона парашная просто. Зона параши просто. Хэдшот. Ютуб, ютуб, ютуб. Hello, ютуб. Hello, ютуб. Доминик. Ну, ничего, давай.